Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Максис. Первое, с чего я хочу начать, это пипец. Вы что там, с ума сошли? 3000 подписчиков. Вот недавно я делал видео, что у меня было 2. Как вы успели? Это просто капец, я в шоке. Спасибо вам огромнейшее. Сегодня выходят долгожданные уровни от подписчиков, точнее не сегодня, а прямо сейчас. Но достаточно необычный выпуск, потому что я хочу поиграть в самые задизлайканные, почему гейнг, самые задизлайканные уровни для меня. Не переживайте, обычные уровни тоже будут. Так, наконец-то я долистал до первого нашего представителя, да? Да. Половой орган у девушки. Access Gaming, от Corus 228. Ну, скорее всего, половина задизлайканных уровней будут просто... Вот такие вот уровни от новичков. А вот это уже дикий переход, капец. Нереально тут тайминг надо выловить. О-о-о! Выловил. Опа. Maxis Gaming Challenge от Snive... Сейчас нормально прочитаю, погодите. Snivim Fulios. Все. Так, а вот такой... В этом мы уже играли вроде. Я помню вот этот первый прыжочек и что дальше идет. Причем первый прыжок, походу, невозможен. Не, нереал. Maxis Gaming от Том Рейтона. Том Рейтон. Да. Maxis Gaming Go от Fisteg. Так, это муха CC, только какая-то немного упрощенная. Ну, греху, мне кажется, ее не пройти. Блин, говядина там была, кстати. Я, кстати, удивился, как я в мухе ЦЦ флюкнул последнюю вот эту часть. Где узкие проходы? Я в шоке, если честно, был. Я максимально этого не ожидал. Да чё такое? Все. А, нифига себе, автор сам его упрощал, потому что, типа, копия оригинал. Maxis Gaming от Spacel.ru. Ох, ёп. Давайте попробуем со спидхаком немного. Мне просто интересно, что там дальше будет. Не, в жопу, это невозможно. Maxis Gaming понос от Элдоса. Так, давай уже пройдись. Все. Так, отлично. Что? Так, на все сферы подряд что-то я затупил. И там... Вау. Что? Тайминг. Корабль. Зачем там сфера? Это чтобы я спросил. Блин, меня это бесит. Почему я улетаю вверх и не нажимаю сферу? Так, го. Отлично. Так, обычный корабль. И что дальше? Вау. Вау. Что за хипстер? Так, отлично. Блин, что такое? Я да. У меня почему-то такое бывает, что я просто не нажимаю на мышку, когда надо. Я не знаю, что это такое. А? Так. Все, до свидания. Я уже наигрался. Не знаю, челлендж прикольный, но... Maxis Gaming Challenge от Rost Kids Sass. Я так понимаю, нам сюда. Потом... Дико извиняюсь. Эта музыка издолбит нормально. Куда я полетел? Надо провериться у психиатра. Так, все, Silent Circus. Полетели понизу, потом... Что? И Sonic Wave. Who really nice. No, nose, nose, nose. Боже мой, малолетний даун, иди учи английский. Монтирующая версия меня и то больше знает. Но все-таки стоит удостовериться. Тихо, слушаем. Nose. No. Maxis Gaming Top от Комарик ГД. Это что такое? Это бафнутый стерео Madness. Прикольненько. Ну, давайте практику пройдем. Нереальный тайминг в этой сфере надо сделать. О! Оп! Оп! Пипец, ну сделайся так. Так, так, потом какой-то квантум процессинг идет, потом. Но я это уже не пройду, потому что тут пипец, тайминги жесткие. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту.
Оп, оп, оп! Так как это сделать? А, там на углу есть этот сдвиг, я вижу. Только как на этот... Все, попал. Так, теперь оп, оп, оп. Нифига раздаю. Оп. Жесть, удачи. Ну, корабль тут относительно простой. Что он мелкий. Вот это место какое-то непонятное. Как его вообще проходить? А, хоп. Так, летим дальше. Опа, там какой-то ключик был. А, ну и где-то... А, вот он. Ту-ду-ту-ду-ду-ду. Оп, тайминг, оп, тайминг. Оп, 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 оп. О, что за жесть. Максис Гейминг Вейв от Дэнни Лейм. Так, у нас какая-то медленная волна, но тут сначала вроде все просто. Не люблю спамы на волне между блоками, это капец. Я не знаю, между шпами ладно, но между блоками я ненавижу просто. О, прошел. Максис Гейминг Пенис от Ассенсика. Немного-немного, бам, зажали, потом копипасты, да ничего страшного. Ту-ду-ду-ту. Кого? Так, нормально влетел теперь. Ту-ду-ду-ду-ту-ду. Так, не умри, пожалуйста. Спасибо. Maxis Gaming 2 от Rection 1, 2, 3, 4. Неплохо так. Ну-ка, насколько я смогу пройти Тартарус? Пять процентов. Maxis Gaming Racer от Fain Wiz. Здесь сказать, что это просто спидрейсер. Ну ладно. А не, он какой-то необычный. Это бафнутый спидрейсер, нифига. Там на корабле этих шипов точно не было. Да, это бафнутый. Нифига себе. Ну-ка, давайте в практику сходим, пожалуй. Тут, оказывается, просто стрейт был. Нифига, как я его прошел с первого раза. Так, теперь у нас какой-то подъем, который я прошел теперь. Ту-ду-ту-дум-дум. А вот это что такое? Это как вообще пройти? Я вот тут уже impossible. Maxis Gaming топ 2 от Комарика ГД. Блин, серьезно? А. Ну и самый задизлайканный Maxis Gaming от Zitrix'а 4 дизлайка. Ну сколько это плохой уровень? То его так задизлайкали. Вначале нас встречает максимально тупой тайминг. Ненавижу его нафиг. Потом идет яичная юфошка, яичный кораблик. Очень шарик там был и... Пока. Так. Чё? Нет, какой-то нереальный тайминг. Ну вот, пожалуйста, мы почти прошли самый задизлайканный уровень. О, есть. Да не издевайся надо мной, пройди уже. Спасибо. У нас фаерворк пошел. Там было на черный рот нажать, но я не нажал, потому что я хулиган. Спам на волне, это сколько можно, у меня рука уже болит. Так. Оп. Нихера себе, как я это прожил. Я занят, я записываю видео. Да боже, я из-за тебя умер. А нет, тут дальше что-то идет. Так, сейчас мне придется ответить на звонок, погодите. Алло. Не надо сидеть. На хз. Максим, а ты что, проиграем в геометре, да? Я записываю видео. Да? Угу. А я услышу себя в твоем видео. Ну, если я тебя вставлю, тогда услышишь. Надо мне ничего. Уровень нормальный. Maxis Gaming от Савелий 163. Пока. Ой, пенис, пенис. За что мне такой пенис? Так, все, я поговорил. Ой, я прошел. Ну да. Это что такое? Это почмак, не! Ненавижу стратлайн на большой скорости, если честно. О. Я тебя увидел, тварь.
Так, тайминг. Полтергейст. Вау! Ну нихера себе. Долбать меня отверткой. О май! Не! Пройди, если не гей, да пошел. Ну блин, ну тут все прошли. Да черт, да почему? Я не гей нафиг. Да тут баг, как я вам пройду его? Так, ну судя по музыке, что там идет дальше, начинается Diamond Blade. Ну, у меня, как кто-то писал, волна от you fucking what mate, поэтому сейчас я пройду. Все, победа. Maxis Gaming 4 от Hitachi 2211. Это шар из Bloodbath. Это, кстати, моя самая нелюбимая часть в Bloodbath, потому что, ну, я эти тайминги просто ненавижу на этом обоссанном шаре. Я этот шар просто ненавижу всей своей душой нафиг. Хер ли там шар? Сейчас гейминг баф от Golden Chic. А тут концовка в Bloodbath вообще прикольно. Лифон прилетает на концерте прямо в лифт. Так, пожалуйста, пройди. Оп. Так, вторая попыточка. Так. Да! Ладно, давайте последний на сегодня челлендж. Давайте что-нибудь выберем с закрытыми глазами. Ладно, я с открытыми сижу, кому я обманываю. Мне больше вот это название привлекает. Извините, вот эти вот люди. Maxis Gaming Crash от Крионикса. Тут, тут. 62, блин. Сейчас без багов в этот раз. Не... Да, я прошел. Ну что же, если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Пенис. Но перед концом обязательно надо открыть сундуки. Все, теперь точно все. Ладно, всем удачи и всем пока.